обсуждаемо, не надо говорить со мной одновременно. Все это открытое обсуждение. Но давайте специально проводить слушание об этом вопросе. Это у нас другой вопрос. Поэтому поймите, я правильно делаю то, что отсекаю выступление на другую тему, основной темой наших сегодняшних слушаний. Пожалуйста, у кого есть что сказать по конкретным внесениям в документ по теме «Разделенные народы России, право статуса и трансграничное сотрудничество». Пожалуйста, вот вас прошу, дама.